Кинологическая служба Дальневосточной оперативной таможни воспитала целую армию служебных собак. Теперь на пунктах пропуска без них никуда. Четвероногие специалисты учуют любой нелегальный товар и помогут задержать нарушителей. Кинологи Дальневосточной оперативной и Владивостокской таможен провели показательные выступления в рамках программы стажировки начальников приграничных таможен КНР. На занятии слушателям рассказали и показали на практике, как приморские таможенные кинологи со своими подопечными помогают выявлять правонарушения на границе. В показательном занятии приняли участие 5 специалистов со служебными собаками разных пород. Владивостокская таможня представила кинологов, и служба организации своих сотрудников также предоставила для показа возможностей служебных собак на границе, то есть что они могут вообще делать, какие у них возможности. Сколько нарушителей помогли поймать в этом году таможенные кинологи, информация, конечно, важная. Но еще и интересно посмотреть на служебных собак в деле. Они умеют многое. Например, найти специальную закладку в машине четвероногому помощнику не составит труда. Специалисты-кинологи продемонстрировали зрителям общий курс дрессировки служебных собак и навыки по поиску запрещенных веществ в багаже и на человеке. Для китайских коллег собаки также исполнили танцы и поиграли в фрисби. Здесь представлены рабочие собаки, которые вчера и сегодня с утра работали на пунктах пропуска Владивостока. И сегодня после показательных выступлений также убывает кто в аэропорт, кто на суда, находящихся в порту Владивостока. Не так давно кинологи Владивостока также побывали в кинологических центрах Джули и Пекина. Там они смогли оценить уровень подготовки китайских коллег. Каждый кинолог в первую очередь вкладывает душу в свою служебную собаку и готовит ее, как я уже говорил, исходя из оперативной обстановки на своей границе. У нас это наркотики, это объекты биоресурсов, это валюта. Вот. В других странах актуальны другие подконтрольные вещества. Соответственно, принцип подготовки он практически одинаков. Вот. Но я считаю, что наши собаки лучше. В настоящее время кинологические подразделения созданы в 9 дальневосточных таможнях. В них служат больше сотни специалистов-кинологов. На балансе таможен региона состоит 80 служебных собак, обученных для поиска подконтрольных веществ и имеющих различные специализации. В конце занятия китайские специалисты смогли пообщаться с четвероногими таможенниками и сделать памятные фото, которые будут показывать своим коллегам, рассказывая о умениях приморских кинологов и их четвероногих помощников. Дмитрий Беломестнов, Алексей Заров. Новости на восьмом.